Они отказались давно ремонтировать, уже 4 года нет. Я же говорю, в суде. Уже в суде все это решено снести. Вы зайдите в администрацию и найдите наш адрес, фамилию и все. Он под снос. Все. А на ремонт берут. Все равно. А это такое, к черту, никто ничего не делает.